Стой. Как там наверху? Третий. По-моему, они начинают догадываться. Много их? Человек 300. Ну, тогда попробуйте их чем-нибудь отвлечь. Ясно? Действуйте. Пускаем двойника со стороны кассы. Сумасшедший дом. Кстати, в одном сумасшедшем доме принимали как-то новеньких. И вот один потребовал себе отдельную палату, цветной телевизор и бар с напитками. Я, говорит, директор мехового магазина, мне у вас только слегка перекантоваться, а так-то я вполне нормальный. Доложили главврачу, а он говорит, кто-кто? Директор мехового магазина. Так вот, гоните его в шею в общую палату. Я его знаю. Это обыкновенный профессор университета, просто у него мания величия. Ну как, проходит? Слава богу, кажется, вырвались. Вот, загранпаспорт, документы на обмен валюты. Вот, билет. Билет сдайте. То есть? Так, я сегодня не полечу. Как это не полетите? Я полечу завтра. Бутерброд хотите? Нет, спасибо. Виктория, это же несчастные поездки. Существует согласованная программа. Вас ждут. Что скажет завтра утром Василий Христофорович? Скажет, что я прилечу позже. Ой, посмотрите, как мило подстрижены деревья квадратиками. На завтра билетов нет. Тогда я полечу послезавтра. Ну, знаете, вы эти пионерские замашки бросьте. Вчера их никто не знает, они как шелковые. Сегодня они знаменитость. Птичьего молока им не хватает. Работать невозможно. Так, вчера это повторилось снова. Да. Во время концерта. Да. Что вы почувствовали? Тяжело дышать. Воздуха не хватает. Не двигайтесь. Что я могу вам сказать? Положение серьезное. Вам нельзя петь. По крайней мере, месяц. Но это невозможно. У меня сейчас ответственное выступление за рубежом на телевидении. Об этом не может быть и речи, вам надо срочно лечиться. Скажу честно, шансов сохранить голос мало, но они есть. При условии полный покой, никакой нагрузки на связки, интенсивное лечение. Ну, выписывает направление. Я подумаю, что же мне делать? Месяц надо молчать. Но ведь это невозможно. А что же потом? Нет. Я должна. Я буду молчать целый месяц. Буду беречь горло и молчать. Буду молчать. Солнышко наше, ну что, газ до отказу? На все скорости сразу. Ну, чем нас порадовало медицинское светило? Медицинское светило петь нам запретило. Да? Что-нибудь серьезное? Говорят, серьезнее не бывает. Месяц надо молчать. Так, за границей летит, Одесса летит, а Волгоград? Тоже летит, Волгоград тоже. Собачья должность у меня, если бы кто знал. Хоть волком вой. Слушай, а может мы покажем тебя другому светили, поглавней? Поглавней его нет. Ну ты понимаешь, как это серьезно, там правительственные. В Одессе дворцы спорта заряжены, в Волгограде ветераны, что же, все отменить? Все отменить. Ну что я начальству буду придумывать? А зачем придумывать? Так все и скажите. Всю правду. Алло? Ее нет дома. Когда будет, не знаю. Я посторонний человек. С каких это пор ты стал посторонний? Привет. Здравствуй. Ты ел? Ел. А я еще ничего не ела. Почему ты такой хмурый? Я улетаю. Куда?
Да. Да, это я. Помню. Договаривались. Придется отменить. Я все понимаю, но, к сожалению, не смогу. Да. Извините. Это не важно, куда. Что не важно, Сережа? Не важно, куда я улетаю. Я что-то не пойму. Да. Это я. 9-го не могу. И 10-го тоже. Не знаю. Я ничего не могу вам сказать. Сережа. В конце концов, меня может заменить Ильяшенко. Подожди, Сережа. При чем здесь Ильяшенко? Он может стать хорошим руководителем твоего ансамбля. А ты? А я улетаю. Куда? В другой город. Мне предлагают коллектив. Ничего не понимаю. Абсолютно ничего. Что в конце концов происходит? Ты что, уходишь из ансамбля? Да. Но почему, Сережа? А потому что я кончаюсь как музыкант. Мне надо начинать свое дело. Если я начну его сейчас, я начну его никогда. Я давно это понял, а решил только сейчас. Я все поняла. Ты уходишь к другой женщине. А мне казалось, что у нас все так хорошо. Но при чем тут женщина? Ну при чем? Наверное, это жестокий закон эстрады. Но когда мы с тобой встретились, ты была начинающей певицей. Я начинающий музыкант. И мы хотели найти себя. И вот ты себя нашла, я. Все мы в ансамбле должны работать на твою индивидуальность. Чтобы что-то получилось. И у нас ведь получилось. Так в чем же дело? Да потому что все это прекрасно, но не мое. Ты знаешь, я просыпаюсь иногда ночью и слышу свою музыку. Свою, а не ту, которую мы играем. Прости, я опаздываю. Вот ключ. Сережа, подожди. Не надо. Я хочу сказать тебе одну вещь. Не надо. Сережа. Не надо, так будет лучше. А как же я? А что ты? С тобой все в порядке. Ты идешь вверх, вверх. А я пикирую вниз. Еще неизвестно, выйду ли из этого пике. Прости. Да? Перезвоните. Здравствуйте. Здравствуйте. Я уже за вами. Пора ехать. Куда? Как? Вы забыли? Ведь сегодня вы поете на пленуме Союза композиторов. Ах, да. Помню. Но дело в том, что я заболела. А чем? Что-то происходит с моим голосом. Врачи запретили петь. Извините. Ну что вы? До свидания. До свидания. Здравствуйте. Это вам. Спасибо. Вова сказал, что вы не сможете сегодня спеть. Увы. Тогда он погиб. Только вы могли его спасти. Если бы вы слышали, как они на него навалились. Кто они? Ну эти, секции эстрады. Не тот ритм, не тот стиль, не то направление. А один даже упрекнул, что Вова в своих песнях копирует пресловутых жучков. Каких жучков? Это Игорь Иванович так ансамбль Битлз называют. Да. А при чем здесь ваша песня? Ну? Так вот я и говорю, что ни при чем. Если вы не споете сегодня его песню, все, ему конец. Но вы же знаете, что мне нельзя, понимаете? Нельзя. Понимаю. Ну, может быть, один раз все-таки можно. Если вам нужны какие-то лекарства, у меня сестра фармаколог. Она может оставить. Трудно быть одинокой. Нету доли грустней. Только встретить кого-то. Кто должен был
еще труднее. Телевидение дает прямую трансляцию. Представляете, как здорово? Представляю. Солнышко ваше, Бога ради, извини, что я ночью. Я на одну секунду буквально. У меня единственный вопрос. Что происходит, на самом деле? Ты же велела все отменить. Я как сумасшедший с утра бегаю по начальству. Я не знаю, есть ли хоть один кабинет, где бы я не был, где бы я не протирал колени. Убеждал, отменял, доказывал. Убедил, отменил, доказал. Всем, кроме, конечно, директора Волгоградской филармонии, он у нас утес. Ну, у него ветеран, его можно понять. Пришлось везти его в ресторан Дома актера. Утешать коньяком. Представляешь, это при моей-то печени. Утешил я его, как полагается. Потом все поехали ко мне пить кофе. Он уже, понимаешь, почти было успокоился. И я тут размяк, взял чашечку кофе, сел, включил телевизор. Пришлось пить не кофе, а пенки. Кого ты думаешь, мы увидели на экране? Тебя, солнышко наше? Или, может быть, это была не ты? Это была я, надо было спасти Володю. Ну что, он умирал, тонул, горел. Его заклевали на секции. Это жена приходила.
Да она под эту байку о замученном таланте уже выбила себе трехкомнатную квартиру. Неужели ты не понимаешь, что с твоей помощью они хотели просто прорваться на телевидение? Тебя же берут голыми руками. А я ни при чем. Я не могу позволить, в конце концов, что какой-то сопляк имел тебя в кармане, да еще, понимаешь ли, без моего ведома. Я тоже что-то значу, дорогая моя, пусть это твой раб. Но даже рабы иногда борются за свои права. Я так не могу работать. Я отказываюсь. Ничего не могу поделать. Я никому не навязывалась, никогда начинала, когда было трудно. И теперь я живу так, как я думаю, так, как я понимаю. И вообще, я хочу уйти с эстрады. Мне все надоело. Я устала. Солнышко, разве об этом? Я же забочусь только о тебе. Я же тоже был артистом. Мне же не хочется, чтобы тебе прежде времени сказали, как мне старик эстрада, дело молодых. Пойми, мне трудно с тобой. Ты гений, а я бездарность. Ты пойми, с этим надо как-то считаться, мне же обидно. Ты заботишься о каком-то Володе, а кто позаботится обо мне? Ты велела мне сказать правду. Я сказал правду, оказалось, что я вру. Ну что я ребятам скажу? Придумайте что-нибудь. Ну что я могу придумать? Не знаю, придумать? Что-нибудь. Это может или бог, или его ангелы. Вы один из них, вот и придумайте. Я мало похож на ангела, но если ты приказываешь, буду им. Ты, главное, спи, ни о чем не думай. Хочешь анекдот? Я устала, хочу спать. Всю. Ты ложись, отдыхай. Ты это согласна на Ильяшенко, скажи? Да, согласна. Пока репетируйте без меня. Спи, любимая. Любимая, спи, спи, спи. Любимая, спи. Мы на шаре земном, свирепо летящим, грозящим взорваться, и нужно обняться, чтобы вниз не сорваться. А если сорваться, то только вдвоем. Любимая! Алло. Москва? Да. Вас вызывает Таллин. Сейчас будете говорить. Алло, Вика, это ты? Да, я. Ну, наконец-то я тебя застал. А кто это? Да ты что, школьных друзей не узнаешь? Это я, Всеволод. А, как твои дела? Главное, что твои дела хорошо. Поздравляю, видел твое выступление по телевизору. Ты в прекрасной форме. Да нет. Как твои дела с фильмом? А, у меня для тебя сюрприз. Нашли, наконец, то, что искали. Финальную песню, которая повернет всю картину под другим углом. Услышишь, будешь в восторге. Оркестровая фонограмма готова? Зал заказан? А который теперь час? 5. Завтра в 10, вернее, уже сегодня. Я заеду за тобой прямо из аэропорта и будем тебя писать. А нельзя писать кого-нибудь другого? Да ты что, с ума сошла? Ну не можешь же героине 3 песни петь одним голосом, а 4 другим. Да у тебя это займет всего час. Ну все, пока, до встречи. Подожди, Сева, подожди. Разговор закончен, девушка. Не оставил и этот день следа.
ничего не происходит. Вот ведь что обиднее всего. Вот здорово. Молодцы, записали. А можно еще один? Пожалуйста. Давайте еще дубль. В чем причина здесь? В чем причина здесь? И друзей, и дом, и все как будто есть. И забот полно, и забот полно. Только грусть не проходит все равно. Но меня на грусть наводит, что не происходит в жизни ничего. Дело не в погоде, ничего не происходит. Вот и что обиднее всего. Сева, мне нужен еще один дубль. Достаточно, у нас все нормально. А у меня нет. Прошу, еще один дубль. Ну, давайте еще один, если она просит. Финал, дубль четвертый. Я вспоминаю времена. Я вспоминаю времена. Каждый день событием был для нас, словно все первый раз. Ну сколько же можно? Пишите одно и то же столько раз. Ваше время давно кончилось. Ждет оркестр 50 человек. Какой дубль вы пишете? Девятый. Ее от микрофона не оторвешь. Можно вспоминать о тех далеких днях, как о лучших днях. В чем причина здесь? В чем причина здесь? Или все же для грусти и в жизни повод есть? Виктория Викторовна, вы не могли бы подождать полчаса? Машина ушла за актером. Вы можете посидеть в группе. Спасибо, я поеду на такси. А вы куда едете? В центр. Я на колесах могу подвезти. Благодарю. Вот сюда. Угу. Не бойтесь, не бойтесь. Вот мой лимузин, он к вашим услугам. Прошу садиться. Пожалуйста. И она поедет? Поскачет, как мустанг. А бензин есть? А, она без бензина ездит. Как это? На одеколоне. Кстати, у вас случайно нет с собой одеколона? А духи не подойдут? А сколько у вас? Один флакон. Нет. Моей лошади два ведра надо. Старая клячь. И всегда она у вас так заводится? Я на ней первый день езжу. Только купили. Откуда у меня такие деньги? Это же антиквариат. Бабушка Ефрема подарила нашему ударнику, а он передал ее группе в коллективное пользование. Ну, а если не секрет, в каком ансамбле вы поете? Да вы все равно не знаете. Ну, а вдруг? Нет. Мы же как ансамбль Моисея выступаем только за границей. За границей кольцевой дороги. Электрогорск, Электросталь, Красные Станки. Да ну вас. Несерьезно все это. Насчет чего? Насчет всего. И насчет машины, и насчет ансамбля, и насчет кольцевой дороги. Спорим? Спорим. Угу. На что? На два ведра духов. Идет. Каждый право имеет право на то, что право мы будем справа. На черное поле, на белое поле, на светлое поле, на поле. В этом мире случайности нет. Каждый шаг оставляет след. И чуда нет. И крайне редкие совпадения.
изменится времени ход, но часто падением становится взлет. И видел я, как становится взлетом падение. Ты шел, забыв усталость и боль, забыв и это, и то. Ты видел вдали волшебный огонь, который не видел никто. И часто тебя плевали вслед, кричали, что пропадешь. Но что тебе досужий совет? Ты просто верил и шел на свет. И я знаю, что ты дойдешь. А чтобы нам повезло на следующем концерте, мы должны обогнать по дороге 13 машин. А если вам не попадется 13 машин? А будем ездить до утра. Долго. О, вот еще одна жертва. 7. Ошибаетесь, сударыня. Увы, панелиозы приравниваются к тракторам, а гусеничный транспорт зачет не идет. Точно. Ага, вот этот. О, это крупная дичь. 7. Один слон у нас в сафари идет за 2 бизона. А почему все-таки вы выступаете за пределами кольцевой дороги? Там джунгли гуще и дичь крупнее. Ну нет, правда, я серьезно. Вы же здорово играете. Здорово-то здорово, да у ворот Егоровых. А у наших ворот все идет наоборот. О, 9! Два ведра духов я вам отдам завтра. А нам горючий уже ни к чему. Мы решили мустанг обменять на воздушный шар. Ой, кого же вы будете обгонять? Самолеты? Нет. Летающие тарелки. Понятно, до свидания. Я пройду через двор, так ближе. Счастливого пути. Чего? Пока, чао. Не видел. Что вы не видели? Ночного возвращения таинственно исчезнувшей красавицы. С утра с ног сбился целый день, тебе еще солнце-то наше. Знаешь, в поздний час стоит маленький мальчик под домом и свистит. Говорит, тебе спать пора, ты чего свистишь? Он говорит, одну знакомую вызываю. Тебе сколько же лет? Он говорит, 6. А знакомой твоей сколько? Он говорит, тоже 6, но выглядит на 3. Проходит, да? Что-то случилось? Ты мне сказала, чтобы я полетел как ангел. Я полетел. Махал крыльями, как 6-крылый серафим. Мне поверили. Кто же может не поверить ангелу? Смирились. И тут гонец на белом коне с недоброй вестью. У нее бюллетень,
а она записывается в телефильме. Да еще как! 16 дублей у нас доброжелателей, это много. Вот тут и произошел взрыв. Ты знаешь, музыкантов твоего ансамбля можно понять. 2 месяца они не работают, ждут, пока у тебя кончатся съемки на телевидении. Дальше ты хочешь изменить программу. Ребята становятся на репетиционный период. Ты как требовательный художник, солнышко наше, затягиваешь этот период. Ребята ропщут, я их убеждаю, что начнем работать, возместим все старицей. Потом твоя ситуация. Ну, болезнь есть болезнь, ничего не поделаешь. Но, ух ты, елки зеленые, но радость наша. В результате получается, что больна ты только для них. Для телевидения ты здорова, для кино ты в прекрасной форме. Что будем делать? Что вы предлагаете? Я не предлагаю, я прошу, я умоляю, только один концерт. Чтобы они почувствовали, что они тоже люди, люди, которыми ты дорожишь. Витя, сделай мне оркестр новой песни потише, хорошо? А может, хватит? Что хватит? Хватит звезду-то ломать. Ты сделаешь так, как я тебе сказала. Я тебе сделаю, я тебе так сделаю. А сейчас ансамбль «Тайфун» исполнит... Не надо, «Тайфун»! Давай свободину! А мне без песни и в поле тесно, она родная, сестра моя. И я без песни, как я без сердца, и я без песни совсем не я. И я не стану грустить напрасно любимой песни, я не прерву. Когда пою я, то жизнь прекрасна. Когда пою я, тогда живу. Я только песню возьму с собою, когда глаза мне закроют мгла. Была мне песня счастливой болью, моим дыханием она была. И я не стану грустить напрасно любимой песни, я не прерву. Когда пою я, то жизнь прекрасна. Когда пою я, тогда живу. Когда пою я, тогда живу. Когда пою я, тогда живу. Прости! Бога ради, прости, виноват. Кругом виноват. Я знал, что ребята-то недовольны, но я уже ничего не мог изменить. Ну ты тоже хороша, солнце ты наш. Что ты с собой делаешь? Ну отказала аппаратура, и бог с ней, с кем не бывает, перебьются. Зачем же петь? Зачем же надрываться, да еще в твоем положении? Я тебя жду в машине, хорошо? Я поеду с ребят. Витя, почему ты сделал это со мной? А почему ты сделала это с нами? Что? Ну, что я с вами сделала? Володя,
Ну-ка, развернись. Полюбуйся. Виктория Свободина в сопровождении ансамбля. Ну и что? А ничего. Просто раньше мы были группой «Тайфун», а теперь стали сопровождением. Почетным эскортом Виктории Свободиной. Вроде дрессированных собачек. Секунды пульсом бьют, сок и под солба бежит, и пыль из-под усталых ног, как пыль из-под копыт. И все сошли давно, остался только я. Я должен обогнать себя, ведь каждый ставит только на меня. Бег по кругу, по кругу без конца. Бег по кругу, и нечем подстрелять с лица. Бег по кругу, и летом, и зимой. Скажи, я не помню, друг, что стало с тобой. Володя, останови. Я выхожу. Больше вы меня не увидите. Виноват. Это вы меня простите. Вас не было несколько дней, я подумала, что вы больше не придете, и вот заняла ваше место. Ну что, почему же оно мое? Я привыкла видеть вас здесь, и мне вас даже как-то не хватало. Это хорошо, что вы меня вспоминали. Уступаю вам ваше место. Что, вы мне нисколько не мешаете. Странное ощущение. Мы с вами совсем не знакомы, а мне кажется, будто я вас знаю много лет. Словно я вас встречала совсем маленькой. Все может быть. Вы здесь отдыхаете? Прячусь. От кого? От всех. Что-то случилось? Да, мне страшно. Вы боитесь людей? Нет. Себя. Мне кажется, я перестала себе принадлежать. А кто вы? Это не имеет значения. Впрочем, я могу вам рассказать все, откровенно. Только потому, что мы с вами не знакомы. Я пою на эстраде. И вас преследуют неудачи? Наоборот. Тогда я вас не понимаю. Я всегда думала, что я свободна. Почему? Не знаю. Я так жила. А как вы жили, вспомните? Спокойно, ровно, без суеты? Только неспокойно и неровно. Жизнь на эстраде – гонка. Я мечтала о такой жизни, и когда я ворвалась в нее, я была счастлива. Я считала гонку началом, увертюрой к чему-то главному, к тому, что только мне предназначено было совершить. И чем стремительнее был ее темп, тем больше я радовалась. Мне казалось, что все ближе цель. Но сейчас я с ужасом вижу, что бегу по какому-то кругу, с которого не могу сойти. А то, о чем я мечтала, совсем рядом, на другом круге. И нужно сделать всего лишь один шаг. А я все бегу и не делаю этого шага. Может быть, не каждому дано перейти на другой круг? Нет, я должна. Слишком дорогой ценой далось мне все это. А если нужно просто ждать, чтобы пробил твой час? И может, это произойдет в свое время? Дело в том, что у меня может не хватить времени. А если совсем сойти с круга? Сойти совсем? Но я не могу без этого. Для меня петь все равно, что жить. Это все равно, что дышать. А ведь когда-то придется. Я не хочу об этом думать. Но почему в мире все так устроено?
Почему? Почему нет ничего вечного? Почему нет ничего бессмертного? Есть. Что? Душа. А где она, эта душа? У вас, в ваших песнях, они останутся, когда вы уйдете. Но ведь я же еще не ушла. Вернее, для того, чтобы я еще пела, мне сейчас нужно молчать. Петь — это дар судьбы, и вы не можете им распорядиться по своему усмотрению. Мне пора. Сегодня зябко. Можно я вас провожу? Вы завтра придете опять? В это же время. Я приду обязательно. Мне о многом нужно с вами поговорить. А мы ведь даже не познакомились. А нас ждут в Москве. Летим? Так, платье мы взяли. Зубную щеточку с причиндалами взяли. Полотенце, не пойму, наше оно или казенное. Наше. Казенных таких не бывает. Так, что же мы могли упустить? Ага. Вся жизнь в горошек. Так, домашние туфли. Ты куда дел домашние туфли? Я никуда не поеду. Поедешь? Не поеду. Выступить на таком фестивале, да еще с сольным концертом, такое бывает раз в жизни. Представляешь? Телевидение транслируете на 26 стран. Это же 200 миллионов зрителей как минимум. Реклама, фанфары. Представляешь, какой навар? Это как раз тогда, когда прошел слух о твоей болезни. Пойми, это очень кстати. Ну а что? Я устала от выступления, от репетиции, от записи. Я устала от... Это все пройдет, солнце наше. Вы уезжаете? Нет. Да. Не поняла. А что тут непонятного? Несовершеннолетняя девочка убежала из дома, а я ее папа. Альберт Леонидович, прекратите этот балаган. Я все равно никуда не поеду. Поедешь, вопрос в твоем выступлении решен на уровне министра еще 10 дней назад. С чего это вдруг? А что тут непонятного? На фестиваль такого ранга представитель Советского Союза приглашается впервые. Да еще сольным концертом. А петь кроме тебя некому. Но вы же знаете, что мне нельзя петь. Медицинское светило на петь запретило до первого. А концерт седьмого. Паспорт и деньги забирать, взяли будут. Поехали, у нас все-таки самолет через час. Я не могу, я устала. Я не могу больше, у меня нет сил. Солнышко наше, ну я на коленях перед тобой. Ведь ты тысячи раз не могла и все-таки пела. Я достал тебе иглоукалывателя, настоящего тибетца. Он тебя вылечит, потому что ты талант, потому что талант обязан, потому что я тебя люблю, поэтому ты должна. Ну, у меня нет ансамбля. Будет! Я достану тебе 10 ансамблей. На выбор. Транзит, говорит администратор народной артистки Виктории Свободиной. Гроб, Альберт Леонидович. Гроб, да, в чем хоронят. Цветочки мои, ласточка моя. Моя любовь и мое сердце на всю жизнь остаются с вами. Спасибо. Поехали. Мне надо попрощаться с одним человеком. Простите, вы не скажете, в каком номере живет? Пожилой высокий мужчина. Он еще ходит в темном пальто. Не знаю, сейчас у нас живет много пожилых, и в это время года все ходят в пальто. Извините. Поехали, поехали. Солнышко, звездочка, ласточка. Виктория, Господи. Мы опаздываем. Yeah.
Этот ансамбль что-то вроде полупрофессионалов, но когда я неделю назад услышал их пленку, ты знаешь, я старый странный волк, я сразу понял, что это как раз то, что сейчас нужно всем. Они выходят на скандал. Но в результате, я думаю, это будет тот скандал, который всех устроит, и если их верно направить, у них большие перспективы. А вы уверены, что я им нужна? Солнце вы наше! Ты всем нужна, особенно им. Для них выход на международную арену такой шанс, им же очень плохо. А ты их спасешь. Надо помогать молодежи. Это всегда было и благородно, и выгодно. А насчет скандала, так, деточка, сейчас без скандала не бывает успеха. Алло, мастер! Дадим пятерочку. Держи, друг, пальто не надо. Вот, новый поворот. Задом наперед и наоборот. Как я тебя люблю, если б ты знала. Ты можешь ходить, как запущенный зад, а можешь все наголо сбрить. И то, и другое я видел не раз, кого ты хотел удивить. Ты верил в гитару, Битлов и цветы. Итак, мечтая весь мир. Обрати внимание на солиста. Но все эти песни придумал не ты, кого ты хотел удивить. Скажи мне, чему ты рад? Постой, оглянись назад. Постой, оглянись назад. Только не пугайся их музыки, у нас они будут играть как надо. И вороны кружат там, где раньше был цветущий сад. Ну, джинсы мы с них снимем и пострижем как следует. Верно? Ребята, они мне нравятся. В общем, они у нас в кармане. Добрый вечер. Мы из бюро добрых услуг. Драку заказывали. Прошу, познакомьтесь. Привет. Вадим Старычев. А, понял. Руководитель ансамбля Виктория. Представлять не надо, ее все знают. Первый раз вижу. Не понял юмора. Надеюсь, телевизор мы хоть раз ее видели. Я телевизор не смотрю. А, в этом смысле. А чем же вы занимаетесь в свободное время? О, знаю, вы летаете на воздушном шаре. Точно. Не угадали. Раньше летал, а теперь шар сменил на подводную лодку. Старичок, что такое вот это, вот знаешь? Нет. Ну, тогда не буду рассказывать. Есть гениальная идея. Какая? Объединить ваш ансамбль с Викторией Викторовной. Отличная идея. И кому она принадлежит? Если отбросить ложную скромность, мне. Так. В связи с чем возникла такая идея? Ну, есть разные обстоятельства. Да? И основное то, что от Виктории Викторовны ушел ансамбль? Я знаю, что нас погубит. Да. Избыток информации. Еще ничего не случилось, они уже все подробности знают. Ну, что мне с вами делать? Вот так вот лечь на дно. Как подводная лодка и позывных не подавать. Главное, что ваша подводная лодка может подняться на поверхность. Подняться откуда? Со дна! Или вы думаете, что вы на Эвересте, а, ребят? Альберт Леонидович, о чем вы говорите? Как, орлы?
Значит, вы решили нас объединить? Обязательно. А зачем? Каждый из нас идет своим путем. У Виктории Викторовны свое направление, у нас свое. Играть в ее стиле мы просто не хотим. Ей петь в нашей манере она вряд ли сможет. Так что... Дети, ей-богу, дети, при чем здесь это? Пришел ансамбль, ушел ансамбль. Стили, направления, пути, дороги. Какие стили? Главное, что мы профессиональные люди всегда можем договориться. Вы даже не знаете, что вам предлагает Виктория Викторовна. Вадим. Альберт Леонидович, идемте отсюда. А? Селеви. Селеви. Подумай, Вадим. Мальчишки, сосунки. Почему ты мне не дала сказать о фестивале? Побежали бы как миленькие. Другое направление. Это как один одессит говорит своей жене. Маня, что ты мне говорила? Каруза, Каруза, такой талант, такой певец. Послушал я того Каруза, ничего особенного. Что, ты слушал пластинку, радио? Нет. Может быть, ты слышал запись? Нет, мне Миша напел. Ничего, мы-то будем в порядке, вот они не знают. Поворачивайте. Куда? Поверните обратно. Солнышко, я потрясен. Они убедились, что ты можешь все. В общем, ты им все доказала, теперь не наши со всеми потрохами. Я так тебя понимаю, что мы и берем их на фестиваль. Берем? Нет, не берем. Не понял. Почему? Потому. Вы посмотрите на меня. Я устала всем все доказывать. У меня нет сил. Я больше не могу. У меня нет сил. Отвезите меня к Сереже. Отвезите меня к Сереже. Но я не знаю, где он. Все вы знаете. Все вы знаете. Да
добрый вечер. Добрый вечер. Очень рады приветствовать вас в нашем ресторане. Прошу вас. Одну минуточку, я организую столик. Почему ты играешь здесь? А какая разница, где играть? Это же не концертный зал. А для меня это не имеет значения. Важно, что это моя музыка. Моя душа, если хочешь. Что ты сказал? Зачем ты пришла? Я не могу без тебя. А я не могу с тобой. Ты стала частью моей жизни, какой-то очень важной частью. В общем, меня преследует твой голос. А если у меня пропадет голос? Ведь такое случается. Когда это случится, тебе будет 90, а мне 93 года. Прости, мне надо играть. Не стреляйте в пианиста. Он играет как может. А, это вы? Пришли выяснять отношения? Да. А откуда вы знаете? А я ясновидящая. Я знаю все, что вы хотите мне сказать. Что вы не ожидали услышать от меня такую песню, что я совсем не такая певица, как думали раньше, и что от нашего объединения никто бы не пострадал. Вернее, мы вместе только выиграли бы, так? Примерно так, только я бы начал с другого. С чего же? Очень жаль, что мы живем в таком тесном мире и так мало знаем друг о друге. А вообще-то я пришел не за этим. А зачем? Я пришел для того, чтобы извиниться перед вами за всех нас. Ребята, ну зачем вам извиняться? Вы сказали мне то, что должны были сказать. И если бы вы мне этого не сказали, я бы так и не попробовала петь по-другому. А сейчас мне этого хочется, как никогда. Так что я вам за все благодарна. Болит, и мудрый говорит, каждый костер когда-то отгорит. Ветер золу рассеет без следа. Но до тех пор, пока огонь горит, каждый его по-своему хранит. Если беда и если холода, раз ночь длина, то жгут едва-едва, и берегут силы и дрова. Зря не шумят и не портят лес. Но иногда найдется вдруг чудак. Этот чудак все сделает не так. Его костер взовьется до небес. Еще не все дорешено, еще не все разрешено, еще не все погасли краски дня, еще не жаль огня.
судьба хранит меня. Тот был умней, кто свой огонь сберег. Он обогреть других уже не мог, но без потерь дожил до теплых дней. А ты так спешил, ты все спалил за час, и через час большой огонь угас. Но в этот час стало всем теплей. Еще не все дорешено, еще не все разрешено, еще не все погасли краски дня, еще не жаль огня. Судьба хранит меня. Очень, очень нравится. Как ваш переводчик и представитель оргкомитета, хочу сообщить вам официальную программу. Ваше выступление послезавтра. Завтра прием для участников и гостей. А сегодня день отдыха. Прекрасно. Морская прогулка. Очаровательная женщина. Она нас потопит. Лево на борт! Ну как? Warum will sie die ganze Zeit jemanden überholen? Почему она хочет все время кого-то обогнать? Русские все такие. Hilfe, schneller! Sie fühlt sich nicht wohl! Вика, что с тобой? Выключите музыку. Здесь нет никакой музыки. Dieser junge Mann ist Arzt. Он врач. Ja, das bin ich. Wie fühlen Sie sich? Как вы себя чувствуете? Спасибо. Великолепно. Sie fühlt sich sehr gut. Sagen Sie, fühlen Sie sich wirklich gut, meine Dame? Вы действительно себя хорошо чувствуете? Das müssen Sie aber ernst nehmen, Sie scheinen krank zu sein. Доктор говорит, что вы очень больны. Какая ерунда. Меня просто укачало. Sie ist noch sehr krank. Ich warne Sie, Sie dürfen niemals mehr singen, denn sollten Sie einmal singen, werden Sie Ihre Stimme für immer verlieren. Доктор говорит, что его долг предупредить вас. Если вы еще раз споете, то вы можете потерять голос. Навсегда. Haben Sie mich gut verstanden? Вы поняли? Я все поняла. Благодарю вас. Sie sagt, sie versteht alles. Gute Besserung, gnädige Frau. Нельзя сюда! Что с Викой? Ничего особенного, все в порядке. Я... Морская болезнь. Все, пойдет. Я вам сочувствую. Какая неприятность. Карл,
Могу я вас попросить об одной любезности? Разумеется. Не говорите никому о том, что сказал врач, хорошо? Да, но... Я вас очень прошу. Договорились. Вадим, ты мне должен больше доверять. Я человек, который в жизни еще не ошибался. Пу-пу-пу. Помнишь, ты мне говорил про какие-то стили? А я тогда уже решил, что возьму тебя на фестиваль, потому что, извини за грубое слово, я на тебя поставил. Пойми, вы с Викторией гений, поэтому вы в серьезных делах не очень соображаете. Сейчас для нас главное, чтобы завтра все случилось, чтобы все произошло. Ты меня понял? Если я окажусь тебе злодеем, то знай. Насчет того, что гений и злодейство — две вещи несовместные, вопрос спорный. Сейчас гений без хорошего злодея рядом – ничто. Ты знаешь, что такое по-настоящему гений? Гений – это талантливый человек, наделенный упорством человека, лишенного таланта. Вот об этом подумай. Guten Tag. Ich freue mich, Sie zu sehen, Frau Svobodina. Вас приветствует мэр нашего городка. Очень приятно. Morgen habe ich das große Vergnügen, Ihr Konzert zusammen mit meiner Frau und Kindern zu erleben. Und wir werden dabei Ihr Singen bewundern können. Он будет завтра присутствовать на концерте вместе с женой и детьми и будет рад услышать ваше выступление. Ja. Bitte sehr. Auf Ihren Erfolg. Korrespondent нашей газеты просит вас дать экспресс-интервью. Всего три вопроса. Первый вопрос. Wer ist der Mann? Кто ваш муж? Второй вопрос. Sagen Sie, ist der Disco-Stil schon tot? Умер ли стиль диско? Третий вопрос. Wie viele Lieder singen Sie für uns morgen? Сколько песен вы будете петь завтра? Сейчас, одну минуточку. Альберт Леонидович, можно вас? Всегда рядом. Познакомьтесь, мой коллега Норман, прекрасно говорит по-русски, Виктория. Очень рад. Очень приятно. Да. На ваши вопросы любезно согласился ответить мой продюсер. Де продуцент, Петер. Карл, уведите меня куда-нибудь отсюда. Прошу вас. Скорее. Я бы начал с того, что Виктория Свободина полагает, что закулисная жизнь актера должна быть скрыта от зрителя. Это ответ на ваш первый вопрос. На второй вопрос, я думаю, что Виктория ответила бы так. Диско умер, да здравствует диско. Оригинально мысли, не так ли? Что же касается количества песен, которые она будет петь, то у нас говорят, что дело не в количестве, а в качестве. А что же касается качества, то я думаю, что Виктория Свободина приехала сюда в новом качестве. Что очень интересно. Дело в том, что это новое качество родилось из ее совместного выступления с ансамблем, я не боюсь этого слова, с ансамблем новых звезд советской эстрады. Ансамблем, которым руководит Вадим Старычев. Запомните это имя. Вадим! Минуточку. Вот, прошу любить и жаловать. Старычев Вадим, наша новая звезда. Очень приятно. А где сама Виктория? Я не знаю, ее куда-то этот Карл увел. Куда вас отвезти? Не знаю. В гостиницу? Виктория, врачи иногда могут ошибаться. Вы так думаете? А, вот где я вас нашел. Я вам не помешаю? Буду рада, садитесь. Ага. Карл, какая будет программа? Я знаю, куда мы поедем. Thank you.
наверное, я не имею права выдавать чужих тайн, тем более, что она меня об этом просила. Но, кажется, она собирается петь. Ну и что? Тогда для нее будет большой риск потерять голос. Я слышал все, что сказал врач. Ее положение очень серьезное. Она такая славная девушка. Зачем она это делает? И почему ее не остановит этот ее Леонидич? Вика? Да? Карл мне сказал вот все. Но если я откажусь от концерта, то не будет и вашего выступления. И вы потеряете такой шанс. Ничего. 10 лет ждали, еще подождем. Главное, что мы нашли друг друга. Вы перешли в новое качество. И мы вместе с вами многое приобрели. У нас все впереди. Это я почувствовал еще тогда, на записи. Спасибо, милый. Вы единственный, кто просит меня не петь. Хотя вам это нужно больше, чем другим. А это я. Свистодуй, болотная рыба или птица? Быстро отвечай, рыба не думай, это птица, тест. Отвечай быстро. Свистодуй, болотная рыба или птица? Быстренько. Птица. Фиг-то рыба. Не угадал, Вадик, иди спать, все. Солнышко, я сделал для тебя все. Быстренько в номер. Почему? Извини, серьезное дело. Тут одни люди помогли мне, в общем, нашли Сережу. Через 5 минут он будет звонить, быстренько в номер. Извини, пожалуйста. Быстренько. Я сейчас. Замужем, она замужем. В карете прошлого далеко не уедешь. В будущее надо смотреть. Ты ведь знаешь, как я тебя люблю. Солнце-то наше. Виктория! Солнце мое, ты что, не рада? Почему вы вмешиваетесь в мою жизнь? Зачем? Извини, стар стал. Я уж не успеваю за движением твоего сердца. Не смейте. Альберт Леонидович, что происходит? А что происходит? Простите, но все это время я вам верила... И я делала все то, что вы мне подскажете. А сейчас оказалось, что моя жизнь, моя судьба дороже посторонним людям, чем вам. Только вы один знаете, что со мной происходит. И только вы один знаете, чем все это может кончиться для меня. Но почему вы меня не останавливаете? Ты что, завтра не хочешь петь? Ответьте на мой вопрос. Скажи, ты завтра будешь петь? Вы можете мне ответить? Самое главное... чтобы ты завтра вывела на сцену ребят. А все остальное не важно. Спасибо за откровенность. Пожалуйста. Ты пойми, нам важен общий успех. А тебе пора становиться скромней. Хочешь правду? Эстрада – это дело молодых. Кстати, на эту тему есть прекрасный анекдот. Так. Доминует меня чаша сия. А почему я не знаю ни одной молитвы? Сегодня я готова молиться всем богам сразу. Сколько я еще не успела сделать? Ведь этого никто уже не сделает, кроме меня. Не сделает никогда. А может, мне действительно пора уходить? Тогда ради чего я должна завтра выйти на сцену?
Я выйду ради этих ребят, ради ансамбля. Но ведь я же еще и просто человек. Маленькая слабая женщина. Я боюсь. Господи, что будет со мной? Что будет с моим голосом? И что будет дальше? Если бы кто-нибудь знал, как я боюсь остаться одна. Ну почему именно сейчас? Сейчас, когда я нашла этих ребят. Когда я стала петь по-новому, петь так, как я мечтала всю жизнь. Когда все только началось. Господи, как бы я могла петь? Как бы я могла петь? Как бы я могла петь? Ты помнишь, как все начиналось? Все было впервые и вновь. Как строили лодки, и лодки звались. Вера, надежда, любовь. Как дружно рубили канаты, и вдаль уходила земля. И волны нам пели, и каждый пятый, как правило, был у руля. Я плю до дна, за крепко в море. За крепко полю любим волна, за крепко кому несет. Ничего не случилось. Что-то случилось? Что ты делаешь завтра в 10 часов вечера? Играю. Где? Все там же. А телевизор у вас есть? Есть. Включи его и смотри. Что смотреть? Ты увидишь все. Алло. Алло. Вика. Вика. Вика! Вика! Вика!
Marschprogramm. Es präsentiert sich die Rockgruppe Zeitmaschine. Sowjetunion. Сейчас объявят ваш выход. Что? Может быть, подновить? Нет. 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 Und Victoria Svobodina. Скажи мне, друг, зачем мы так беспечны? В потоке дней и в суматохе дел. Не помним мы, что век не будет вечным, и всем путям положен свой предел. Не верю в чудеса, и это было б странно. Всю жизнь летать, всю жизнь летать, однажды воспари. И все-таки всегда прощаемся нежданно, о самом главном не договорив. Мы не сбавляем шаг. С ней что-то происходит. Вижу. Третья камера, приготовьте заставку. Трансляция прервана по техническим причинам. На всякий случай. Тот самый миг, когда наверняка никто не ждет последнего звонка. И будут песни петь. И тот, кто шел за мной, пусть поспешит немного, успев все то, чего мне не успеть. Вика, что с вами? Все, вперед, ребята.